Empire — это уже капуста, которая относится уже даже туда к поздним капустам, которая имеет период хранения около 6 месяцев. В принципе, по форме, по своей форме головы, она очень и очень мне, например, лично напоминает, сейчас я покажу, может где-то будет, напоминает Анкому. То есть Анкома очень хороший гибрид, это рицвановский, с хорошим хранением, довольно-таки толерантен, единственное, в жару он плоховато растет. Ну, Empire растет хорошо в жару и где-то по форме, по всему, очень и очень мне напоминает, именно вот даже в разрезе она как бы очень-очень для меня похожа на Анкому. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.